Житель Билибина признан виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия, а также в его хранении, ношении и перевозке. Следствием и судом установлено, что в мае 2016 года осужденный, находясь на территории города Билибина Чукотского автономного округа, посредством сети интернет приобрел сигнальное оружие, не требующее получения специальной лицензии на территории Российской Федерации, из которого в последующем путем переделки незаконно изготовил краткоствольный гладкоствольный пистолет калибра 5,6 мм и хранил его по месту своего жительства. Помимо этого, в период с октября 2016 года по май 2020 года мужчина неоднократно осуществлял перемещение вышеуказанного пистолета на территории Билибинского района в личных целях. В ходе предварительного следствия вину в совершении вышеуказанных преступных деяний мужчина признал полностью, содеянным раскаялся. Вступившим в законную силу приговором Билибинского районного суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и штрафом в размере 100 000 рублей.